Для того, чтобы получить справку или документ, бегать больше не нужно. Теперь государственные услуги будут предоставляться в электронном виде до вашего обращения и независимо от местонахождения. Все службы будут взаимодействовать между собой без вашего участия. Мы взаимодействуем с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия с различными органами власти, да, вот, и при помощи этого, ну, так сказать, когда родился ребенок, возникло это право, просто человек приходит уведомление о наступлении такого права. Это дает возможность предоставлять услуги еще до обращения заявителя в многофункциональный центр или другой государственный орган. Такая система уже активно используется во многих государственных службах. В настоящее время пенсионный фонд проводит регистрацию новорожденных на основании данных органов ЗАГС. Они поступают в информационную систему пенсионного фонда автоматически. Страховой номер лицевого счета ребенка направляется маме в личный кабинет и также направляется сертификат на материнский капитал в электронном виде. Это делает государственные услуги удобными и доступными. Больше не требуется посещение клиентской службы и места органов власти. Кроме того, граждане смогут независимо от места их жительства получать все федеральные услуги в любом многофункциональном центре страны. Если говорить вот в разрезе услуг, допустим, назначение пенсии, да, то сегодня мы порядка 70% идем с нарастающим итогом вот услуг в электронном виде у нас уже. Мы испытываем, ну, конечно же, значительное уменьшение трафика наших клиентов. Пенсионный фонд Югры уже перевел в цифровой формат половину своих электронных сервисов. Это рождение ребенка, получение статуса инвалида, выход на пенсию, электронная трудовая книжка и назначение материнского капитала. Как говорят эксперты, процесс цифровизации скоро будет касаться всех сфер нашей жизни.